Все мы привыкли, что ресурсники с населения только спрашивают оплату счетов и соблюдение соглашений по договору. Но иногда наступает время дарить подарки. Энергосбытовая компания «Гарант» объявила акцию для ТСЖ, которые заключили с энергетиками договоры на поставку и с Пауте Плюс договоры на тепло. Одно из основных условий для участия и победы – своевременная оплата энергоресурсов и отсутствие долгов. Нам очень приятно, что среди наших клиентов есть те клиенты, которые действительно радеют за свое хозяйство, следят за своим домом непосредственно в рамках ТСЖ, управляющих компаний, которые действительно четко определяют, что им нужно, в каких объемах энергоресурсы, и создают комфорт для тех жителей, которые там находятся, чтобы у них было тепло, светло и уютно. И это действительно правильная история, и когда само руководство ТСЖ понимает, что с технической стороны у них все в порядке, ну и жизнь, наверное, у них тоже будет лучше. Учитывалась и своевременность передачи показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета, которых в доме должно быть не менее 85%. Участников было много, до финала дошли 23. Победители определились с помощью специальной программы. Председатель ТСЖ «Дом номер 8» приехал за призом из Кинешемского района. Рассказывает, подарок получить очень приятно. В доме 28 квартир, большинство жителей пенсионеры, и каждая копейка на счету. Нам хочется продолжить модернизацию системы учета, если получится, если мы найдем общий язык с там, где мы будем эти деньги иметь, и на благоустройство территории впрямую. Среди ТСЖ разыграли 3 сертификата на приобретение товаров для благоустройства общедомовой территории. Первое место и 45 тысяч рублей у кинешемцев. 35 тысяч рублей за второе место досталось Ивановскому ТСЖ «Возрождение». И третье место у кондоминиума ДСК-3. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.